Привет, мои дорогие друзья! На канале Вятка Хантер, с вами охотник Серега. Ура! Наступил охотничий промысловой сезон. Сегодня 2 ноября. Официально у нас уже все разрешили охоту на куницу. Ставим капканы. Сегодня забиваю малый путик. Будет у меня на нем 26 капканов. Этот путик у меня, буду называть его в дальнейшем ящичным путиком, потому что капканы здесь будут КПХи 120, как от Березовского завода, так и от Кировского завода. Значит, 26 капканов сегодня поставлю, напомню, пройду, посмотрю, все ли ящики на месте. В прошлый раз ходил, несколько ящиков было скинуто и припрятано, но я их нашел. Снежку у нас подбросило так прилично, но в дальнейшем обещают теплую погоду. 4 дня будет оттепели, поэтому большой путик пока не закрываем капканами, боимся, что куница пропадет. А здесь я успею проверить, здесь недалеко 5-километровый путик, 5 километров полоска в одну сторону. А здесь я проверить успею. Так, что еще? Взяли лицензию на лося. Охота на лося открылась тоже с 1 ноября. Позднее я вам все лицензии продемонстрирую. Покажу, что мы не браконьерим, что охотимся официально. В общем, смотрите, друзья, начинается интересное время. Буду стараться для вас снимать почаще. Смотрите. В общем, да. В этом году сбежки от капканов я буду убирать. Бытует мнение, что Сейчас, подождите, остановлю камеру. Бытует мнение, что это хорошая дорожка для мышей. Так, приступаем к работе. Долго разговаривать не будем. Начинаем работу. Сегодня мне очень много. Пошел в лес, поесть с собой не взял. Сегодня будет у меня такой спартанский выход. Быстро, 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 быстро. Все нужно поставить быстро, но качественно. Спешка, напомнюсь, нужна при ловле блох. И когда спишь с чужой женой, и муж на подходе. Только в этих случаях. Больше, наверное, она нигде не нужна. Что ложу на приманку? Требуха от трех глухарей у меня здесь с опарышами. Эй, натираю все. Так вот. Так, так, так. Чтоб запах оставался. Требухи этой у меня. Требухи немного у меня. Я сейчас практически на всю скидаю вот этот капкан. Ставлю камеру. Немножко изменим ракурс. Чтобы меня было слышно. Вот, наверняка меня плохо слышно. Опарыш в перчатку попал. Не люблю их. Так. Устанавливаем капканы. Некоторые заряжают дома, взводят пружины, точнее, дома. Возможно, целесообразно, потому что в лесу, в перчатках это все делать не так-то и удобно. В данном случае капкан от тропы 43, КПХ 120. Капканы, как я убедился, в прошлом году ловят. Ловят довольно-таки неплохо. Ловился в прошлом году в капкан сам. Знаю, о чем говорю.
Ловят неплохо. Изгиб усов мне нравится у тропы. Такой вот он. Хорошо, они так усики загнуты, и куницы нету возможности ни с какой стороны пролезти. Так. Устанавливаем капканчик. Опа-на, ящик может заклинить. Сейчас что-то нужно предпринимать. Ножиком подрежу я там немножко сейчас. А, у меня есть. Есть у меня такая вот приспособа. Очень хорошая приспособа, я вам скажу, друзья. Иголочка имеется. Иголочка не получается. Прибегнем к другим способам. Немножко размок, наверное, ящик из-за этого сузилась. Сама щель. Да, устанавливается капкан. Так. Не забывайте снимать при установке предохранительные крючки. Тут у меня проволочка есть. Использую вязальную проволоку, которая вяжет арматуру. Очень хорошо она функционирует, эта проволока. Так. Так. Все. Капкан насторожен. Храню я капканы. Сейчас покажу. Вот в таком вот мешке. Все лето они у меня висят. Были пересыпаны пихтой. Она потом, пихта иструхала, я ее выкинул. Хоть куница и не боится запаха человека, но я все-таки при входе в лес руки натираю пихтой. Капканы у меня, не контактирую, в общем, с ними. Сейчас вот голыми руками я убрал, но у меня руки сильно он натертый пихтой. Очень сильно. Вот так. Идем дальше. Собираемся. Очень большой у меня сегодня вес. Но по мере прохождения путика вес будет уменьшаться. Пожрать ничего не взял. Это плохо. Ну ничего. Голодная собака злее ищет. Пословица такая есть. Давайте. Такое вот, парни, у меня в этом году ноу-хау. В прошлом году я что-то подустал бороться с мышами. В ящиках они съедают все. В этом году заматываю скотчем. Вот настолько. Думаю, лапки у них, коготки будут скользить, и они не заберутся. Ну, так рекомендуют охотники некоторые. Попробую. Понаблюдаю, посмотрю. Так вот, капканчик у меня стоит. Чик-чирик. Старайтесь использовать цепь. Я рекомендую цепь, парни, с карабином. Чтобы пришел с капканом. Нет, у тебя уже на капканах, которых ты будешь заменять, допустим, зверь попался, не переустанавливать его полностью. Открутил капкан с куничкой, достал новый, поставил, закрутил карабин. Все. Все очень просто. Тросик. Тросик не рекомендую. Тросик ржавеет. Оцинкованную цепь беру. Тросик ржавеет и перевихиваться. Так, дерево
натираю тухлятиной. В дальнейшем буду поливать, наверное, еще рассолом селедки. Посмотрю. Очень хорошо он пахнет. Весь я уже пропах тухлятиной. Прикольно так это. Сейчас даже где вот, допустим, иду, чувствую запах тухлого. У меня сразу ассоциация с установкой капканов почему-то. Не знаю, сложилась уже за несколько лет такая ассоциация. Сразу про капканы вспоминаю. Ни с чем не спутаешь этот запах. Ладно, двигаюсь дальше, мужики. Снег приятно хрустит под ногами. Все идет своим чередом. Жаль, что он растает. У нас в центральной полосе редко когда навалит, и снег остается на всю зиму. Чаще, конечно, он всегда тает. Первый снег. Так, кто-то походил. Белочка. Белочка была. Потопталась. Белочка потопталась. Олег уходил на 2 дня в тайгу. Собачка гоняла лосиков. Лосики тут есть. Так что, возможно, вас порадуем. Смотрите, что белка делала. Тут у нее загашник, скорее всего. Тут у нее загашник. Тихо в лесу, так спокойно. Рекомендую всем жопы свои с теплых диванов поднимать и прогуляться по лесу. Благодать. Что касаемо парней карабина «Тигр». Многие со мной опять спорят. Херовый карабин, все дела. Стал доказывать. Вот вы свою ЧЗ-ку деревяху вряд ли будете вот так вот опускать ее в снег, блядь. Где-то что-то в нее вода попадет. Ну, лично бы мне карабин с деревянным ложем было бы очень жалко. Я бы, блядь, весь день его ходил бы и протирал. Что касаемо этого оружия, пластика. Да похеру вообще, снег не снег. В плане вот эксплуатации в жестких условиях, на мой взгляд, вот все равно этот карабин выигрывает, нежели деревяшка. Деревяшка, если ореховая, вот у меня, допустим, на Меркеле, я к оружию отношусь очень трепетно и с замиранием сердца, блядь, когда на него вода попадает, там, или этим же карабином, я тут где-то переходил реку по плотине, я, блядь, упал, я опустил приклад, на него оперся и встал, потому что был очень сильно загружен. И ничего, все нормально, дома разобрал, почистил. Всю грязь из него вылил, а дерево, оно может рассохнуться, треснуть, да все что угодно с деревом может быть. Дерево есть дерево. В пластике, на мой взгляд, практичнее. Это для тех, кто мне все пытается навязать свое мнение, что, конечно, возможно быть болтовиком легче, маневреннее. Я с этим не буду спорить. Но в плане практичности, безотказности, чем мне аппарат достойный? Ладно, каждый останется при своем мнении. Подхожу, значит, к ящичку, ребят. А в нем белочка сидит, блядь. Сидит и наверх. О, на елочку ушла. Что-то она там грызла в ящике. Что-то она грызла. Ты сюда не приходи. Слышишь? А то в этом ящике и будешь. Пошла отсюда. Фу, зараза. Иди отсюда. Она забралась на елке. Вот, негодяйка какая. Так. Так. Будем устанавливать капкан. Вот следы ее. Подхожу, думаю, кто там в ящике у меня шевелится? А она. Тут как тут, вон ящик она грызет, сволочь. Я его селедкой поливал. Она его грызет. Ох ты, негодница. Не ходи сюда больше. А то влипнешь.
сказали они про охоту. Надо более иметь душу и рукам. Тосковались мы, видно, по фронту, по атакам, да и по смертям. Это вроде мы снова в пехоте, это вроде мы снова в штыки. Это душу отводят в охоте уцелевшие фронтовики. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Ах ты, бляха-муха. Шум костер и тушенка из банок, и охотничья водка на стол. Только полз присмиревший подранок, завороженно глядя на ствол. А потом спирт плескался в канистре, спал азарт, будто выигран бой. Снес подранку полчерепа выстрел, и рога протрубили отбой. Вы, егерей, за кровожадность не пинайте, вы охотников носите на руках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Любим мы кабанье мясо в карбонате, обожаем кабанов в окороках. Ах ты! Давай, давай, давай! Так-таки, так-таки. Вылетит, вылетит. Любим мы кабанье мясо в карбонате. Ну что, друзья, очередной капкан. Много еще? Много еще ставить? Еще ставить, ой-ой-ой. Хочется пламенный привет передать сибирякам, охотникам, блогерам. Андрюхе с канала «Тропой испытаний». Привет, смотрю, очень нравится. Сереге с канала «Лисий пень». Двадцатник за плечами, мужики, 100 пудов, бля.
парнибом водные преграды преодолевать. Опа. Сейчас еще норочку видел. Все не успеваю включиться. Но она буквально шмыганула под берег. Видел ее секунды две, наверное. Вот ее след. А он ставил капкан. И это. Смотри, только жопа черная мелькнула. Ай, далековато. Преодолеваем такие вот преграды. Елку. Тут нам дедушка лесной, наверное, специально положил. Как вот брехнешься с такого завала в воду, не дай бог. Все. Ходится, желание пропадет на раз. Очень аккуратно надо. В моем случае это через ручей единственный, такой через большой ручей единственный переход такой. Там будет еще ручеек, но я думаю, что я его вброд пройду. Тут вброд не пройти. Глубоковато будет. Опа. Опа. Тут глубоко. Слава богу. Перебрался. А вот подраспилить. В следующий раз пойду без капканов проверять. Да, да, попрорубить дорогу, да подраспилить ее. Так, все хорошо. Лесная речка в своем зимнем обличии. Плохо замерзла. Лед слабый. Пустить под ногами тут, чтобы не начерпать. Сегодня минус 2 было с утра. Поэтому снег сырой, хрустит. Красота. Интригующий момент, друзья. Тут мой друг ставит капканы на бобра. Вот плотина. Сейчас покажу бобра. Тяжело с рюкзаком, перчатки одеваю. Вот капкан, вот бобер, блядь. Опа, иди сюда, родимый. Бобер хороший. Бобер, что называется, очень даже хороший. Вот такой бобрина. Надо его вытаскивать будет. Ладно, отключить пока. Время много. Мне надо капкан сегодня расставить. Бобра выносить не буду. Подвешиваю его на дерево. Олег придет. Заберет его потом. Фу. Здоровый бобрина. Еле его, блин, с плотины вытащил. Капкан пока насторожу. Время немного потерял. Сейчас я его подвешиваю. Дерево, чтобы мало ли. Звери какие не достали. Олег уже сам потом забили. Иди сюда, кабан. Не бобра, кабан. Блин, я сломалась бы. Ну, гадцы, только, блин, я кабуха.
Думаю, волки не снимут. Если он денек-другой повисит, думаю, не снимут. Провозился я, мужики, с ним очень долго. Собираюсь, иду. Капканы заряжать сейчас еще надо. Я не чувствую, что много уже. Чую, что время много. Такая вот нелегкая доля охотника. Не пожрамши весь день. Еще и бобров, блядь, на деревья затягиваю. Ладно, давайте. Братцы. Братцы, свежий куний след. Утренний. А путик еще не заряжен. Я давным-давно стоял капкан. Очень давно. В годы своей юности. А путик-то еще и не заряжен. Ладно. Придет. Не бойся выпускать зверя. Он придет обязательно. Привет, друзья. Возможно, сегодня подморозит. Вроде как выясняют. Дай бог, чтобы замерзло и не было никаких дождей. Не надо их. Посильнее бы замерзло. Люблю это место. Высокий лесной берег реки. Темная зимняя вода. Красиво. Не правда ли? Очень красиво. Что, мои дорогие друзья, устанавливаю последний капкан на путике и иду домой. Сырой я весь насквозь сегодня. Сейчас под вечер начал немножко вымораживать, вроде подмораживать. А так было сыро очень. Очень сыро было. Так, ставлю последний капканчик. Сегодня. Ах, требухи-то как много. Устанавливаю последний капканчик. Иду домой. Дома банька. Горячая банька. Ух! Замерз немножко. Крой потому как есть. Весь насквозь. Спасибо вам, друзья, что поддерживаете меня комментариями, лайками, добрым словом. Спасибо огромное. Я вам очень признателен. Для вас все мои труды. В самом деле, снимать это, ребята, очень непростое дело. Это приходится лишний раз отвлекаться. Очень непростое. Кто не снимал, тот не поймет. Капкан весь перепутался. Последний капкан у меня суасовский.
Вроде бы капкан проходной для ящиков называется. Или КПЯ. Не могу утверждать. Забываю название. Хоть что делайте со мной. Забываю. Капкан вполне рабочий. Работает очень хорошо. Носорожка вот эта у него булавочного типа. Достойная носорожка. Действует, правда, в одну сторону. Но в ящике в две стороны ему действовать и не надо вовсе. Так, немножко подзаржавело вот тут. Ржавеют капканы сильно, друзья. Как вятские, так и уральские. Сильно подвержены ржавчине. Какие капканы мне нравятся больше? Однозначного ответа дать не могу. Носорожка больше нравится у вятских капканов. А так во всем остальном вот эти даже не, ну, полегче. У вятских тоже пошла облегченная модель на тропе. Так, подальше запихаем свету тухлятину, бляха-муха. Фу, какая вонючая, невкусная. Дай подальше засунуть. Вот так вот. Все там в опарышах. Все гниет, все воняет. Ладно, ребят, давайте. Всем удачи, приятных просмотров, удачных охот. Всех благ, в общем. Смотрите, ставьте комментарии, пишите комментарии, лайки ставьте. Не забывайте про вятского охотника Серегу. Всем удачи, всем пока.